Всем привет, с вами Инфорэд. Сегодня я вам покажу мои настройки в Rocket League. Да-да, это очередное короткое видео. Погнали! Для этого видео я поставил русский язык, потому что в настройках бы я ничего и вы не поняли бы. В общем, геймплей. По геймплею у меня все так. Камера settings. Вот такие вот у меня камера settings. Поле зрения 110, расстояние 290, высота 120, угол 0, жесткость 55, скорость поворота камеры 470, скорость движения камеры 1.50. Управление. Вот тут нам ничего не волнует, потому что я играю с клавы. Вот тут вот такие у меня настройки. Погнали, следующая вкладка. Интерфейс. Масштаб интерфейса 75, не вот такой, не вот такой, а именно 75. Самый адекватный для меня. Масштаб изображения у меня 100, потому что мне неудобно, если у меня вот там все будет. Масштаб обеденных плашек 200%, чтобы я всех видел вообще и жопы. Режим обеденных плашек по умолчанию. Индикаторы качества связи, конечно. Если у тебя будет пинговать, ты знаешь из-за чего. Режим дальтоника, он делает игру как по мне намного красивее. Хотя почему-то сейчас мне кажется, что он еще не изменяет. Цвета команд по умолчанию. Это сделано, чтобы вот, допустим, в моем клубе не изменялось. Всякие цвета, вот эти все, это меня в ужас приносит. Уведомления во время игры тоже у меня стоят. А правда, показывать социальные уведомления во время, если отключить, насрать. Шкала ускорения в цветах команды. Да, это удобно, потому что, допустим, в дропшоте ты забыл, за кого ты играешь. И ты не знаешь, и ты, допустим, можешь посмотреть на свой буст, увидишь. Метрич-система, конечно. Я не хочу, чтобы у меня там все в милях было. Индикация камеры на мяч. У меня выключена, зачем она нужна? Я всегда понимаю, я вижу мяч или не вижу мяч. Стрелка к мячу, конечно. Графика производительности нет. Зачем? Зачем мне вот это говно здесь? Боже. Перенос друзей по платформе. Да, позволит торговую между игроками, конечно, почему нет. Графика у меня вот такая. Высококачественные шейдеры включены. И прозрачные ворота. Слаживание выключено. FPS у меня 144. И вертикальная синхронизация включена. Высокое качество производительности. Производительность по умолчанию 1920 на 1080. Звук, чат и дополнение я даже не вижу смысла показывать. Вот и закончился наш видос. Я просто показал свои настройки в Rocket League. А на этом все. Всем пока. С вами был Unforred.